Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои любимые друзья. Все-таки я поехала на блошиный рынок на кристалл. И теперь буду делать вам репортаж. Уже подхожу. Вот я уже здесь. Ну что будем сначала смотреть? В наш любимый отдел идем, да? Фикс прайс, где все по 100. Праздничная просто продажа. Скидки, столько народу. Ну, говорят, в последнее время здесь вообще очень много народу. Так, давайте вам покажу, что у нас по 200 рублей здесь стоит. Мисочка, кстати, по 200 рублей. Песочная. А я ее, пожалуй, возьму. Посмотрите, какие. Наборчики простые, но по 100 рублей. А вот эта вот посуда у меня была. Думаю, у вас тоже было. О, какая. А сумки какие, кошельки. В таком случае здесь даже дулево вот есть. По 100 рублей сегодня чашки. Рига. Песочная такая красота. Это забыла, посмотрим. Да, красота. Салоночки приятненькие. Опять дулево с цветочком. Чайники. Ой, сколько соусников. Замечательные. Тут булки сахарные. Все по 100 сегодня. Ох, какая красота. Любовью. Еще пиалы. Соусники. Пиалы. Маки. Ну, не помню, что это. Так, это вот подешевле какие. Ну, во всяком случае, смотрите, салоночки.
Ну а мы с вами, как вы уже заметили, плавно перешли в отдел фиксированных цен, но где уже такие цены уже как 600 рублей, 800 рублей. Но сегодня то, что в обычные дни стоило 600 рублей, стоит 400 рублей. Ну а то, что стоило 800 рублей в обычные дни, сегодня стоит 600 рублей. Ну вот такая скидка 200 рублей. И обратите внимание, какие здесь перед вами сейчас будут замечательные. Замечательные вазы. Вообще вазы очень красивые. Купить их за 400 рублей стекла, ну, я считаю, что это великолепно. Но я не купила, потому что мне просто не нужны они. Вот, ну вообще очень красиво. Еще хочу сказать, что здесь все сметается буквально быстро. Сейчас народу очень много, поэтому товар меняется очень быстро. Ну и пока мы находимся у полок, где товар стоит 600 рублей в обычные дни, сегодня 400 рублей. И хотела еще вам сказать, что прошу прощения за то, что я камеру очень быстро перевожу, потому что хочется дать полный обзор того, что здесь есть. А вещей интересных очень много, ну просто очень много. А останавливаюсь только около некоторых, которые вот для меня, мне кажется, наиболее интересными. Ну, товар, кстати, очень быстро меняется. И, да, вот, кстати, сейчас сервиз, вот этот, это рижский сервиз. Ну, это интересный сервиз, конечно, вообще. Вот у моей подруги на даче есть такой. Вот еще такие ряды огромные. Здесь хрусталя. Но хочу сказать, что, конечно, интересных вещей меньше. Сказали, что вот вчера было много народу. Какая ладья, посмотрите. Сказочная. А вот какая ваза. Да. 600 рублей. Ну, намного меньше. Народу больше, а выбора намного меньше. Вот это стекло. Да. Сервиз уже такого, как у меня было, нету. 600 рублей. Вот такой вот сервиз. Ну, здесь еще вот такие. А, этот сервиз, это вот этот сервиз. А этот, это вот этот. Да, нет. Мой лучше, конечно, мой лучше. Посмотрите, какой лев. Кстати, он из чего сделан? Металлический. Огромный. Огромный. И вот мы с вами уже в большом общем зале. Здесь уже, конечно, цены назначаются самими продавцами.
Ни акций здесь никаких не бывает, но зато здесь вот очень интересно. Здесь много маленьких еще подраздельчиков в этом огромном зале. Ходить очень интересно. И именно здесь мы также знакомимся с историей с нашей. И вот попадая в этот зал, в том числе я, ну вот ощущаю на себе вот это время советского периода. Да, потому что очень много артефактов, очень много артефактов, которые напоминают нам об этом замечательном времени. Ну и здесь тоже можно поискать и фарфоровую посуду. Она как может быть и на столах, так может быть и в стекле, по стене в расположенных стеклянных витринах. Кстати, с незапамятных времен у меня есть вот такое блюдо конаково с летними веселыми цветочками. И я как раз думала о том, не прикупить ли мне к нему еще тарелочек, но пока не решила, следует мне его покупать. Вот такие веселые, веселые цветочки. А вот здесь даже подвески для люстр хрустальных. Яхты. Красота. И здесь и бижутерия есть. Серьги. Старая Кузнецов. Даже мальчишкам интересно, потому что здесь много и машин. Посмотрите, какие машины. Колокольчики. О, 67 тысяч. Ну, большая. А вот рядом Йог, наверное. Пепельница. Давайте посмотрим, сколько такая пепельница стоит. Не написано. Вот еще пепельница. Пепельниц очень много. Да. Вышивка. И сколько подсвечников. Море. Какие рюмочки. Тоже разнообразнейшие. Вот видите, здесь, в отличие от музея Москвы, конечно, все можно рассмотреть. Очень все хорошо, прекрасно видно. Деньги. Деньги, вот я не помню, снимала вам, не снимала, но вот еще и деньги. Это все огромное зеркало.
Вот это мой любимый отдел. Какая красивая красная посуда. Чья же, интересно, она? А не подскажете, чья это красная посуда? Не знаете? Красная посуда. Очень красивая. Керамика. Ну, есть. Да, знаете, что тут еще? Да нет, уже все. Пойдем. Кинскульптур. Ты выбирай. Ну, лучше не взяли, кинскульптур. Да нет. Самое главное, заметили, что интересно делать, чтобы по-моему, это выбрали. Не хочу, все понятно. Вот эти не эти еще есть, их не берут. Чашки. Посмотрите, какая здесь замечательная сцена. Группа замечательная. Это все на одном, видите? Не, муж не, я подняла, что... Какие молодые люди красивые. А Жабо... Ой, потрясающе. Да, вот такие вот вещи. И наступило время нам с вами прощаться. Я вас, мои дорогие, обнимаю. Желаю вам всего самого наилучшего и, конечно, удачи. До встречи, мои дорогие.